Всем привет! Мы находимся в городе Харькове на спецтренинге супергероя MLM номер 4. И возле меня находится партнер, которого я уже очень давно знаю, Тиана Купецкая из Хмельницкого. И я хочу ей задать вопрос. Тиан, скажи, пожалуйста, почему ты пришла в FFI? Что тебя здесь заинтересовало? Ведь тема все-таки топливная. И, насколько я знаю, у тебя автомобиля еще нету. Да, и ты, наверное, планируешь себе купить автомобиль. Скажи, пожалуйста, вот что ты увидела здесь и что тебя заинтересовало, и какие ты перспективы для себя увидела здесь? Ну, у меня не было раньше плана покупать автомобиль, я его осознанно не покупала. Ну, я хорошо возят таксисты, и мои друзья мужчины. Да, во-первых. Во-вторых, ну, здесь есть. Первое – это деньги, да, здесь их можно заработать. Второе – здесь есть очень хорошее, приятное, интересное общество. Можно хорошо, классно и отдыхать, и работать вместе, в команде. Одной командой, как говорят, вроде тусоваться хорошо. Очень мыслящие и, как я всегда говорю, мужчины с мозгами, у которых мозговая жидкость активно работает. А третье – то, что все-таки это продукт, который позволяет, первое – экономить топливо. То есть мы делаем благо, да, то есть вот эти вот миллионы автомобилистов, которые вот ездят, да, вот мы видим из окна своих домов. То есть мы можем дать возможность, когда я когда дома выглядываю с балкона, сколько потенциальных клиентов стоит. Они же все мечтают, заезжая на заправку, мечтают, ну вот как бы так, чтобы платить меньше, а тут я вся в белом, да, с бутылочкой Буста. И четвертое, это то, что все-таки, ну, это благо для планеты, то, что из выхлопной трубы уже на асфальт сыпется не всякая гарь и грязь там, да, а ну, просто теплый пар, там, технически вы разберетесь там как-то, я не вникаю в это. То есть можно, здесь такая возможность помогать и людям, и в то же время и зарабатывать деньги. Но самое главное для меня здесь, это то, что этот бизнес, у которого есть перспектива, есть будущее. Он очень простой, несмотря на то, что он мужской, топливный, но дело в том, что тут есть система Правтиви, которая позволяет, как я говорю, любому бабе Варе, да, любому человеку, ну, который, ну, хотя бы умеет там нажимать, ну, как я говорю, с смс-ками разобрались в телефоне, все, тогда точно с Правтиви разберусь. А мужчины, которые умеют водить машину, они точно с системой Правтиви разберутся, потому что, мне кажется, в машине разобраться намного сложнее, чем с этим бизнесом. А потом все же делается для того, чтобы его еще больше упростить и сделать эту систему более эффективной. А то, что я девушка, так всем девушкам, так мужчины, можете выключить громкость, не подслушивайте. Это красивый женский бизнес, потому что, вот, например, я уже третий раз приехала на спецтренинг. На первом было 24 человека, на втором 62, на третьем попали, на четвертом вот 48. Сидишь, любо дорого смотреть. Мужчины работают, занимаются делом, зарабатывают деньги, говорят о деньгах, о благотворительности, о какой-то пользе обществу, о пользе своим знакомым, близким, друзьям. Это здорово вообще, это классно. Ну и потом же, ну, что сидеть дома и говорить, что вот мужики там нехорошие люди, не хотят деньги зарабатывать там, и своих жен обеспечивать, свои семьи приносить деньги. Это правда, в странах СНГ, может быть, у вас там в Израиле все как бы получше ситуация, а в странах СНГ, особенно в Украине, ну, по большому счету, ну, а где мужикам работать? Ну, где вот такие деньги зарабатывать? А может, они хотят? Так вот их всех сюда. То есть вот оно, благое дело-то. Девчонки, хотим себя окружить работающими, богатыми мужчинами? Всех вам сюда звать. На сайт Правтиви, на тест-драйв. И пусть приходят и зарабатывают. Тиан, что бы ты хотела пожелать вот именно партнерам, женщинам? Именно женщинам, которые работают в этом бизнесе. Ну, то, что мне все время советуют, да, и желают, это быть более женственными. Мы же выносливее, чем мужчины, да, мы можем дольше работать, больше приглашать. Ну, самое главное, это, конечно, меньше говорить. Вот, в нашей теме надо, нужно как можно меньше говорить. И вот нашу слабость, да, что мы не понимаем, как работают автомобили там, или то, что мужчины не хотят нас слушать, да, потому что какое-то время проходит, мы начинаем уже понимать и разбираться. Вот как раз эту слабость, этот маленький такой нюанс, можно как раз использовать в свою пользу. Как я всегда говорю, нужно использовать мужчину-спонсора по назначению. В качестве спонсора, в качестве третьего лица. То есть просто-напросто приглашать своих знакомых и говорить, есть классная тема,
Я здесь зарабатываю деньги, но мужчины здесь тоже зарабатывают, причем намного больше. Тема мужская. Давайте я познакомлюсь с мужчиной, который в этом разбирается и расскажет про технические моменты больше. А что касается бизнеса, ко мне придешь, я тебе по математику покажу. И все. Ну, реально-то, чем математика, она же пола не имеет, да, математически считать деньги, там, доходы могут и мужчины, и женщины одинаково. Я думаю, вот это основная фишка, да? Да. Именно меньше говорить, но больше делать. Больше вот. Приглашать. Больше приглашать. И соединяться с спонсором. Спасибо, Тиана. Пожалуйста. Всем пока-пока. Пока.